концерн Технодинамика представляет вот такие боеприпасы. У нас реактивная система, неуправляемые дешевые ракетные снаряды. Такие применяются, как правило, в реактивных огнеметных системах. Так, это уже более серьезные изделия. Уже сильного калибра. Это реактивный снаряд «Смерч». Так, много модификаций очень. Вот здесь можно подобрать оптимальное применение для различных боеприпасов. А здесь как раз представлены носители данных реактивных снарядов. Это боевые машины «Град». И вот это боевая машина «Смерч». Так, да, вот они, легендарные две ракетные установки. А вот для них представлены в разрезе управляемые, точнее неуправляемые дешевые ракеты.